закручивает превентер в бухту. Вдоль знаменитого трека Cape to Cape, от мыса до мыса, от мыса Натуралист до мыса Лиуин, по такому выступу в юго-западной части Австралии, идет трек протяженностью типа 120 километров, который не так давно прошли наши друзья с маленькими детьми. Вот здесь вот хмурый капитан читает книжку, он всю ночь вахтил. 2 часа ночи мы снялись с якоря и короткими перебежками двигаемся к великому мысу Лиуин, затем к Албани. Короткими перебежками, потому что нужно попасть в окошко между встречным ветром. Вот сейчас мы попадаем, к обеду придем, снова встанем на якоре, отстоимся пару дней и уже тогда, наверное, обогнем тот самый великий мыс Лиуин, где встречается Южный океан с Индийским. Волны, ветры. Нам вот сегодня написали друзья с Тасмании, которые нас там уже поджидают. Мы познакомились с ними на огненной земле, что недавно волны были до 16 метров около Тасманийского берега. И вот этот перегон нам нужно будет пройти после Албани. Но пока наслаждаемся видами берега. Зыбь приходит с океана. Ветер, если есть, то он почти встречный уже. Ну, в общем, идем себе спокойно в курортном режиме. Совершенно пустынные берега в основе своей, довольно разнообразные по сравнению с равнинной местностью, потому что виделись какие-то холмы. Прибываем в Хамулен-Бэй. Завтра перейдем вот за этот островок. У нас будет свой собственный остров Робинзонов. А вот здесь прекрасный мыс и куча народу. Прекрасный мыс мне нравится больше, чем куча народу. Но, в принципе, это тоже хорошо. Сейчас наша принцесса моря будет вставать на якорь. Вон принцы моря пошли тоже. Не интересует тебя? Еще одна принцесса моря полезла. Давай. С дырявыми ушами, говорит принцесса Мурена. Будет куда жемчуга черные впихивать. Белый. Вау, как красиво, вам посмотреть вниз. Красиво, но я думаю, тебе сверху еще красивее это все видится. И волны отражают. Угу. Повыше ты не полезешь? Видишь, мам? Смотри. Мама, смотри. Вижу, вижу, вижу. Красота. Тот самый изумрудно-зеленый цвет морской волны. Но вот внизу вот эти скалы, это нижняя челюсть. И верхняя такая недовольная морда. Открытая пасть рыбы Наполеона. Кто-нибудь видит? А сколько у тебя показывает глубина? 3,5. Прям на пляж въедем. А потом на отливе сядем. Оптимистично я предположила так. Ой, а чего я слезаю? Скат, скат, длинный скат плывет. Сети вытаскивают на берег.
как правильно ловить рыбу сетью с автомобиля. Да, ну вот это другой вид какой-то, да? Они, по-моему, все такие, нет? Нет. Он бесхвостый. Вот, вот этот. Этот бесхвостый. Я не знаю. Я... Может, им оторвали просто? Он не разбирал. Нет, а там маленький. Еще маленький, нет. Такой был. Может, это самцы и самки? Эти скорее всего самец, а там самки и бесхвостые. Смотри, вот у него глаза там. Ага. Около нас дрейф. Посмотри, это сна будет. Обалдеть! Невероятное ощущение. Он такой скользкий. Скажи, что? Их можно прямо здесь потрогать, они вот приходят, и можно их погладить. Ощущения, конечно, обалденные. Thank you.
Здесь есть души, туалеты, вода, грильницы, все удобства. И даже толерантный бар-кафе. Вот с такими толерантными радугами, флажками. Там за облаками Антарктида. Правда, далековато, но она там, мы знаем. Этот чудный залив на юго-западе Австралии назван в честь французского исследователя с труднопроизносимым именем. Его звали Жак Феликс Эммануэль Хамелин. И приплывал он сюда на своем корабле примерно в 1801 году. Ну и к тому же это часть национального парка «Мыс Люин», «Мыс Натуралист», о котором я говорила чуть раньше. И ручные скаты – его визитная карточка. Вообще в Хамелин Бэй рекомендуют поплавать с маской, с трубкой, пообщаться с дружелюбными китами в их естественной среде обитания. У нас со скатами поплавала только камера и после этого не выжила. Ну а кроме скатов в заливе куча интересных растений и рыб, несколько затонувших кораблей и пещер, которых мы тоже не видели. Давай свой идеальный крючок. Нет, ужас. Ну не ужас, более-менее. Ну давай, набирайся силы, еще раз сделаешь идеальное, да? Он наш жужик полетел снимать. Вообще, конечно, здесь многовато для одного залива жертв кораблекрушения. Без современных систем навигации в бухте было трудно ориентироваться из-за рифов и скал. А поэтому в плохую погоду корабли здесь тонули пачками. Якорь одного из затонувших кораблей, кстати, теперь украшает парковку у пляжа. В один только день, например, 22 июля 1900 года, жуткий шторм уничтожил здесь сразу три корабля, которые стояли у пирса. Кстати, останки того самого пирса, у которого разбились эти три корабля, можно увидеть и сегодня. Вот те самые ворота, к которым приплывают скаты, это и было начало пирса. И можно видеть на отливе несколько пеньков, уходящих в море. Памятуя о подверженности штормам и страшной истории кораблекрушения, можно сделать вывод, что стоять здесь можно только в хорошую погоду и когда ветер дует с берега. Также поступают и рыбацкие небольшие кораблики. Имена всех этих кораблей, ну, по крайней мере, тех, о которых мы знаем, есть в базе данных затонувших кораблей Морского музея Западной Австралии. И вот перед вами сейчас этот самый список из 12 погибших судов. Есть и вторая страшная история у этой бухты. Если вы читали или слышали, что в Австралии на берег выбрасываются киты, вот это как раз было о Хамелин Бэй, потому что в 1996 году 320 китов к северу от залива выбросились на берег. Это была крупнейшая в истории ситуация, когда киты покончили жизнь самоубийством. Спасти удалось буквально единиц. И почему это произошло, до сих пор не знают. Вторая такая история произошла в марте 2018 года, когда здесь же, в Хамелин Бэй, на берег выбросилось более 150 небольших китов.
Ну и надо сказать одно слово про маяк. Первый маяк был построен на небольшом островке в Хамелин-Бэй. Это было в 1937 году. Но через 30 лет маяк перенесли на берег, на материк. И теперь он известен как маяк Фолл-Бэй. Отсюда его, к сожалению, мы с вами не видим. Ну и сегодня очень важный момент, потому что в ночь Леди Мэри поднимет якорь и пойдет обходить третий великий мыс нашего маршрута, мыс Люин, где встречается Индийский и Южный океан. Это произойдет уже в следующем видео. Подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А еще ставим пальцы вверх, делимся с друзьями и не забываем рассказывать об этом канале всем-всем, кого вы знаете и не знаете. Пока!